Чистая вода должна быть доступна каждому. Вопрос насущный и в городе, и на селе. За годы реализации программы «Экология и чистая вода» в Курской области более 700 населенных пунктов обзавелись водозаборными установками. В очереди на следующий год еще 85. Проблема модернизации водоснабжения решается в области уже на протяжении 10 лет. За это время было построено и отремонтировано более 1500 объектов. На эти цели было освоено 280 миллионов рублей. А переход к современным технологиям позволил сэкономить бюджет области почти на 500 миллионов. Мы сейчас строим станции второго подъема, которые обеспечивают безаварийное состояние, гарантия около 100 лет. Это подземные резервуары, простейшие в эксплуатации. Это очень важная модернизация, если так сейчас модно говорить, всего комплекса водоснабжения сельского населения. На данный момент функционируют 32 станции второго подъема. А это значит, что вкусная и качественная питьевая вода пришла в дома 17 тысяч курян, проживающих на территории 30 населенных пунктов.